гоблет присед плюс латеральные выпады. То есть это такое гибридное упражнение, которое соединяет в себе несколько движений сразу. Что мы делаем? Ставим ноги чуть шире плеч, носок в сторону и делаем, как обычное приседание, руки у груди. Поднялись. И затем сразу, не останавливая движение, делаем широкий шаг в сторону. Нога, которая остается на месте, она прямая полностью в колене. Опускаемся, выводя колено опорной ноги в сторону. Возвращаемся. Снова делаем приседание и уже шагаем другой ногой в сторону. Возвращаемся, приседаем и повторяем то же самое. Это упражнение можно делать также с гантелью. Гантель удерживаем вот здесь у груди и делаем то же самое. Присели, выпад в сторону, присели, выпад в сторону. Когда мы делаем выпад, очень важный момент, чтобы колено ноги, которое осталось на месте, было полностью прямое и вся стопа была прижата к полу, то есть не отрывали внешний свод. Полная стопа прижата, носок развернут в сторону, как мы делали приседание. Также возвращаемся, полная стопа, носки в стороны, колени в стороны, шаг, нога осталась, здесь носок в сторону, колено по носку или даже за линию носка. Присели, здесь то же самое.